Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что основная проблема заключается в том, что, во-первых, вы не уверены в себе очень сильно. Вы стесняетесь, скорее всего, склонны к стеснению. То есть не принимаете себя, то есть стыдитесь себя. Второе, это то, что отношения вам нужны, серьезно. Вот. То есть именно вот серьезные отношения. Зачем-то, да? Причем я так подозреваю, что за 5 лет вы всегда стремились к серьезным отношениям. Вот. И стремитесь сейчас к серьезным отношениям тоже. То есть нужно вот немножко разгрузить значимость для вас серьезности отношений. Это такой момент. Второе, то есть третье уже, по-моему, это то, что, ну вот, вы пишете, да, что у вас сексуальная жизнь началась в 23 года. Скажем так, по нынешним меркам, да, это достаточно поздно. То есть, как правило, если женщина, значит, лишается девственности, вот, ну, так, после 20, по нынешним временам, еще раз, как правило, и при этом это не ее собственный выбор, а, то есть вот она не, там, считает, допустим, что, там, ну, что не надо, да, что я не хочу заниматься сексом, не хочу лишаться ответственности, там, а бы с кем, хочу, там, все-таки, чтобы это был человек серьезный, там, и так далее, и так далее, и так далее, то есть это, если это не ее какой-то вот сознательный выбор, то это проблема. Это проблема в отношениях, это проблема восприятия себя, это проблема раскованности и отношения к сексу тоже такое акцентированное, если можно выразиться. Да, то есть секс значит больше, чем он должен изначально значить. Вот. То, что вы говорите, вот, что у вас было столько-то количество партнеров сексуальных, это тоже, в общем, свидетельствует о том, что вы прям вот акцентируете внимание на этих вещах. Вот, то, что для вас это прям, ну, прямо важно, да, прямо вот очень-очень важно. И эту важность, ее, конечно, нужно раскрыть. Безусловно, эту важность нужно раскрыть, ее нужно снизить, потому что по-другому вам будет просто-напросто тяжело. Вот. А дальше, что касается, значит, поцелуев, то я думаю, что проблема здесь ключевая в том, что вы просто-напросто никогда не хотели никого целовать, вот и все. То есть вам не хотелось никого целовать. И мы, опять же, завышенные требования к себе предъявляете, да, то есть. Почему комплексовать? Почему комплексовать? Ну, не приходилось. Ну, что тут такого? Да, то есть это определенные такие ожидания, можно сказать, от себя, от, ну, от
самой себя и с чем они связаны, почему вы считаете, что должны. Это вот такой вопрос. Я думаю, что если вы открыто будете признавать свои слабости, если будете открыто признавать то, что ну, у вас не получается, я и просить помощи, к примеру, что все у вас получится для начала, нужно просто принять то, что вы чего-то не умеете, а комплекс это вот ожидание, что я должна, ну, кому должна, для чего должна. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. В самих поцелуях-то как бы сложного вообще ничего нет. Я не думаю, что это проблема. Проблема именно в том, как вы к этому относитесь и что для вас это значит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Дополнительные вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.